Для обновления муниципального автопарка нужно опять повысить стоимость проезда. Директор департамента транспорта доказывал сегодня обоснованность нового тарифа. Несмотря на то, что в региональной энергетической комиссии и так прогнозируют рост тарифа до 30 рублей, муниципальные перевозчики предлагают поднять его до 35. Это позволит предприятиям постепенно рассчитаться с долгами, а при увеличении тарифа до 42 рублей можно начать обновление подвижного состава. Вряд ли чиновники при этом учитывали, что с такой стоимостью проезда пассажиры просто перестанут пользоваться муниципальным транспортом. В общественном совете при РЭК уверены, что предприятия должны бороться за своего пассажира. Сколько будет стоить проезд в следующем году, решится в конце декабря.